Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов GrandStart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм белого медведя Умки. Вот так вот выглядит в запечатанном виде у нас костюмчик в индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. Вот так вот. Здесь у нас упаковочка уже с разными картинками других зверюшек. Сегодня мы рассмотрим белого медведя. В нашем интернет-магазине вы сможете найти несколько вариантов костюмов белого медведя. И сегодня мы рассмотрим один из них. В товаре у нас визитка интернет-магазина GrandStart.ru. И давайте посмотрим, как выглядит медведь. В комплект у нас входит вот такая вот шапочка с накидочкой. Это уже все пришитое. Посмотрите, какие красивые глазки. Такие пластмассовые глазки. Большой черный пластмассовый нос. Такие маленькие ушки. Мех очень мягенький. Это плюш. Очень приятный к телу. Одевается на голову. И вот здесь вот получается у вас лицо. И это как бы пелерина, которая падает на плечи. Здесь вот так вот плечики одеваются через голову. И внутри у нас подкладочка. Белая подкладочка. Здесь у нас завязочки. Просто завязывается. Ну и также можно утягивать. Это вот так вот утягивается. То есть, если нужно, вы можете по объему головы это все утянуть. И также сзади. Обращу ваше внимание, что сзади вставлена резинка. То есть, по голове вот так вот регулируется резиночка. Сзади просто вот так вот тоже обычный белый такой плюш. Вот, собственно, весь костюмчик белого медведя. И очень интересная моделька, такая мягенькая, приятная к телу, качественная, довольно такая тяжеленькая. Подходит для мальчиков и девочек. Это универсальная модель, может одеть абсолютно любой ребенок. Этот костюмчик вам понравится. Если вам понравился данный товар, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.